Ребят, всем привет! Сегодня у нас обзорчик посылочки от зрителей. И это посылочка от Галины Анатольевны. Посмотрим, что здесь есть. Мы пока тут с вами посылочку будем смотреть. То ребята у нас занялись творчеством. Ага, это одежда. А тут помимо одежды внизу, как это сказать, киндер-сюрприз называется. Так, это мы уберем. Киндер-сюрприз выпал. Внизу у нас тульский пряник. Ага. Знаменитые тульские пряники. Класс. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ага, тут еще. Еще два. Они там хорошо запрятаны. И еще два. Крутяк. И одежда. Это одежда, я так поняла, мальчишка. Но одежду, вы помните, говорили, не будем каждую рассматривать. Показывать. Здесь Анютки, я знаю. О, платьечко какое-то сарафанское. Это платьечко, давайте раскрою. Не удержалась я. У нас Анюта. О, сарафан. У нас Анюта сейчас подсела на платье, юбки. Жалко, не дает себя снимать. Ну, ничего не поделаешь. Тимофей и Аня, и Паша. Как это сказать? Как когда вот они сами удалились красиво. Самоустранились. О, думаю, как это слово-то подобрать? Самоустранились от съемок. Устали они от блогерства. Да и, в принципе, подростковый возраст. Потому что детки, которые вот такие, они все спокойно снимаются, да и все. А Аня с Пашей и Тёма, уже у них такой возраст, когда они не очень хотят сниматься. Хотя Тимофей еще подается иногда. Так, вот такой у нас... Пойдем, ой, Саша, иди сюда. Не, Паша. Боря, иди сюда. Ты посмотри, какую тебе крутую шубку прислали. Ты видел? А ну иди сюда. Померяем. Ого, полностью такая. Вот это теплыня. Ну давай покажем тете. Подошла тебе? Ну. Она писала мне в личку, спрашивает, подошла ли одежда. Говорю, пока не мерили, пока не открывали. Великовато. На следующий год, наверное, будет, да? А ну на Сашу. А ну Саша, иди ты померяй. Мне кажется, на Сашу маловато. Ты положи пока, положи. Иди сюда. А ну, у тебя? Не, на Сашу маловато. Я же говорю, это между Сашей и Борей. На Борю на следующий год. Да. Ну, в общем, что-то Анютки здесь, что-то вот мальчишкам. Здесь кофточек много разных, поэтому спасибо вам огромное. Ой, еще одно платье. Ну, платьечко еще открою, а там уже кофты не будут. Вот такой сарафанчик для Анюты. Померяет. У меня, кажется, такой коротенький, что он на девочку где-то лет 10. Ну, можно так. Не, ну это будет очень коротко. Не, Аня это очень коротко будет. Аня будет вот так. Да. Ну как ночнушка, да. С пуговицей. А это очень короткая. Ну посмотрим, Аня померит пускай. Вот, спасибо огромное. Шапочки идут, шарфы. В общем, с тульскими праздниками нас. Обязательно их попробуем. Спасибо вам огромное за ваши подарочки, за ваше сердце. Посылочка дошла благополучно. Ребят, все тогда, дорогие зрители, пока-пока, до новых видео.